Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на... нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все заводят, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует, и верни назад. Без проблем, босс. Сара, принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Отец отпустит тебя посмотреть гонку? Шутите? Такое чувство, будто бар целиком переедет на трибуны. Да, Луиджи всегда держит выпивку наготове, когда я выигрываю. Вы поглядите на этого шкета. Ты где был прошлой ночью? Я с тобой был. Ты иди, Том. Я разберусь с этим дурнем. Полли, он тебя домой отвез. Ах да, боже, ну и ночка была. Для тебя, может быть, но не для тех девок. Эй, не слушай, что Сэм болтает. Те пташки пели только для меня. Так, тут 5, 6, 7. Тем, что уже за... Бонасере, Том. Так, тут 5, 6. Вместе с тем, что уже за баром. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее типа подкрутит, и завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик – мудак. О, привет. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать.
Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральф и мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. На месте. Вот она. Каразелла серии С 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскурочивать. Если догонит ее. Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились.
Осторожнее с ней. Это малышка. С норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Слава богу. Готово дело.
Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Выходит Сэм из толчка, а я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить. Но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специально международных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Локхэвена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машины на позиции. На старт. Внимание! Гонщики умчались, а вот механики на пит-стопе явно волнуются. У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг вывывает. Фаворит вывывает. Что останется на трассе Лос-Хевена после легендарного первого поворота? Машины сбились в кучу. Я уже вижу столкновение. Никто не готов выступать. Многим после гонки потребуется обновить краску. Засранье! Какая отчаянная борьба. Надеюсь, обойдется без жертв. Дерьмо! Кали наступает лидер Спагарти, который еле входит в поворот. Исход пока не ясен. Впереди Макелин, за ним Мур. Победить может любой из них. Серьезно? Между Гарди и Джексоном назревает схватка. Вот сукин сын! Активные приемы от Анджело. Есть все шансы.
серьезная борьба. Вот сукин сын! Здесь сегодня никто не пострадает. Кому нужен Майкидан? Да срать! Это не хуже! Томми Анджело вырывается вперед! Томми Анджело впереди, но вот надолго ли? Борется за победу. Гонка еще не закончена. Лидеры гонки заходят на последний круг. Еще немного, и гонка завершится. Вылез Лихтенберга перевернул гонку с ног на голову. Каждый большой шанс на победу. Андерсон и Гарсия на втором и третьем местах. Они ждут от Анжела в пинке. Вот это гонка, друзья! Уровень вождения невероятный! Победителей или сегодня звездный час у кого-то еще. Вылетом Лихтенберга у нас остается трое претендентов на победу. Кто-нибудь обогнать лидера Томми Анджело? Вам сегодня везет? Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно, спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Фу. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, выпьем, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет? Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпеку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были
первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это все машина, Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Не. Он вроде говорил, что хочет есть. Ладно. Хорошего отдыха. Хорошо, Том. Спасибо. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк, я его найду. Сезон окончен. Трасса закроется в 6. Пожалуйста, покиньте ее по первому требованию. Победой, Томми! Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в день, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Поля не видел? Он нажрался в хлам. Едва на ногах стоял. Да, слышал. Напомнить, что продажа и употребление спиртного строго запрещены. Нарушители будут арестованы. Спасибо. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Сказала му, а утка сказала кря, а птичка сказала что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ну ладно, ты прав. Идем, чемпион. Ты молоток, Томми. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Дон Сальери, этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как? Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Полли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Томми, мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Давай-ка лучше домой поедем. О, мост! Езжай через мост на остров! Отвези меня к девкам! Отвези к сладким красоткам! По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой.
Круто! Совсем другое дело, братан! Видел бы ты этих девчонок! Нет уж, сам плавай среди этих пираний, Поле. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Там вывеска голубая. Этого будет маловато. Голубая вывеска, на ней написано «Голубые тропики» прямо рядом с доками. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может... может, ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо.